Представляете, какое в Бендерах пекло. Сумасшедшее пекло. 33 градуса тепла. Центр улица Ленина. Невыносимо ходить. Я вот специально решил вам показать, как у нас ходят. Видите, даже площадь пустая. Связано это с тем, что нам улицу Лазо перекрыли. Я так показать вам немножко. Ну, в принципе, все. А вот здесь сейчас дети. Не знаю, как будем жить, но только начало лета. Ужасно. Очень тяжелая погода. В Бендерах невозможно буквально ходить по городу. Вчера слил дождик такой маленький. Но он был однозначно очень короткий. Был я вчера здесь, на площади, когда была колонна. И вчера ходил еще на открытие маршрута 1А. Ну так, в городе ничего, так я вижу, обновились розы. Вот так вот мы тут живем. Все, я буду заканчивать, спасибо. Сумасшедшее пекло. Спасибо всем, до свидания. 20 июня 2019 год, город Бендеры.